Противникам совершена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале главы региона Сергея Аксенова в 11 утра 22 июля. Сотрудники МЧС и всепрофильные службы выдвинулись на место для ликвидации ЧП. Последствием атаки стала детонация на складе боеприпасов. Произошла атака вражеского беспилотника на Красногвардейский район. Значит, в результате, почти аналогичная ситуация с Кировским районом, произошла детонация боеприпасов на складе хранения. Соответственно, исходя из ситуации, сложившейся мной принято решение эвакуировать в радиусе 5 километров от эпицентра, соответственно, население эвакуировать в ПВР и к родственникам, кто может выехать. Мы думаем, что ситуация в данном случае недолгосрочная будет. И мной принято решение приостановить движение по Крымской железной дороге, поскольку расстояние от эпицентра до 2,5 километров. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти Крыма рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.